вот здесь на первом этаже. Здесь покушать пришла на завтрак. У меня здесь завтрак. Доброе утро. Доброе утро. Куда вам нравится? Хорошо. Так, у меня завтрак сегодня — блинчики с творогом. Кофе взяла с молоком себе. И вот так здесь уютненько. Уютненько в кафе в моем отельчике. Можно еще себе заказать что-то. Что это захочется, если вдруг сейчас посмотрю ассортимент. Здесь и чипсы имеются, и соки имеются, вижу. Я вчера не разглядывала, заселилась просто. А сейчас посмотрю. Вот завтраки. Завтраки входят. Уже я не плачу ничего. Не оплачу, они входят. И пиво здесь даже есть. Вот, пожалуйста, чай, кофе. Столик сам берешь. С молоком кофе. Вот. Я пока одна, но уже люди подходят на завтрак. Подходят. Это я спрашиваю, я что, одна? Завтракать сегодня буду. Доброе утро. Так, буду завтракать. Ой, вкусно накормили. Такие молодцы. Такой персонал вежливый. Так, это приятно. Это очень-очень. Просто молодцы. Респект им. Тут отзывы о них очень много. Поднимаюсь на свой этаж. Третий. Вот, да пойду осматривать достопримечательности. Вот, поднималась, не успела даже разглядеть по лестнице. Какое вот панно на стеночке. Здесь картина. Вот. Вот так вот. Здесь еще имеется бассейн, сауна. Вот. В отельчике. Мини-отель Империал. Все. И по коридору, длинному коридору, свой номер. Иду. Что-то я забываюсь про эту ступенечку. Здесь у меня тоже кулер с водичкой, холодный и горячий. Еще один выход, когда в город буду идти. Вот, буду спускаться по нему уже. Не поэтому, что на завтрак шла длинному коридору. А вот здесь мне подсказали, что вот здесь есть выход. Здесь попроще, поближе. Буду прыгать. Буду прыгать. Вот тут вот даже вижу бассейн. Вот там вот. Вот он. Погодный день сегодня, солнечный, 21 сентября. И я иду в свой уютный номерочек. Который под номером, который 9. Сейчас ключиком откроем дверочку. И вот он, мой номерочек, в котором я уже переночевала ночь.
Ночь переночевала. Хорошо, удобно с завтраком. Пошел, позавтракал. Хотя я, как так сказать, турист бывалый, я с собой захватываю всегда что-то где-то, чтобы... А тут вот удобно еще что. Даже это... Удобно позавтракать. Это так вкусно. Такие блинчики с творогом. Вкусные. Прямо вообще супер. Вот такое небо сегодня в городе Саратов. И я побежала. Сейчас еще даже не наметила, что буду смотреть. Так смотрела раньше, ну, что именно чему предпочтение. В первую очередь, это я сейчас себе намечу. Доброго дня всем!